Всем привет, ребят, меня зовут Санчес, а это Макс, и мы продолжаем хреначить наш летсплей изобилия страданий, да? Привет, Макс. Да-да. А, здрасте. Я все еще в шахте, как и в прошлой серии, как Я видели. все еще строю дом. Да. Так вот, ребят, на самом-то деле сейчас 4 утра. В натуре уже 4 утра, подожди. Лол. Ладно, мы 4 часа хреначим Майнкрафт. Да, мы все пишем в один день, потому что нам скучно, и в принципе выходные, Причем и мы можем себе такое позволить. 4 часа подряд. А, нерабочие люди. Причем у меня еще 2 недели будет выходных, я буду пытаться Макса заманить в будние дни как-нибудь что поснимать, чтоб как-то. А, помечтай, помечтай, да. Не получится. Мечтать не вредно, братан. Вредно не мечтать. Вредно не мечтать, да. Или как говорит Никита, много хочешь, мало получишь. Блин, эта фраза крылатая, нахуй. Чувак, я сделал часть крыши. Но я как бы не весь дом сделал, но сделал пол крыши. Сколько тебе было в 15 году годик? Ты чё, я, блядь, вспомню, что? Я тоже не помню. А ну-ка, какой сейчас год? 5 лет назад, так. Мне 14, 10, 9. Подожди, блядь, 15 год. Дайте воды. Сука. Твою мать! Что это такое было? Блин, вот сейчас было четко. Сколько мне да, было, блин. Да отними от 17,5, ты что, инвалид, что ли? Подожди. 12 я был. Кто мне хреначит? 12? Думаешь? Да. 17 минус 5, Макс, не тупим, пожалуйста. Ты все, ты уже спишь? Ага. Короче, заканчиваю эту серию, потому что ты в натуре, ты уже не в минус. Да не, я в минус. Да я вижу, ты только что от 17,4 отнимал полчаса. Ты какой-то не в минус, очень адекватный в минус. Да в минус, блядь, отстань. Все хорошо, продолжай. Назову эту серию 17 минус 4. А хули у меня, короче, 61... 61... Блядь, что это, уголь? Твою мать! Ха, лох. Спасибо, писался. Лох. Голенький такой. Да, блядь, по моему огороду, сука, пройдись, я тебе, блядь, по мозгам потом пройдусь. Помню чудное мгновение, передо мной явился Максик, и как синица озарение, он Никиту стер с лица земли, и стерся он, и стерлись мы с тобой влюблены. What the fuck? Вот это стихотворение сейчас сочинил. Это ты сочинил, ну ты спиздил половину как. Ты все кого? Я даже не знаю, чьё это стихотворение. Я помню чудное мгновение. Да Пушкин вроде. Ну да, я... Ну просто что... Ой, да не иди нах. Я пока блоки по ходу поукраду. Которые я же их сломал. Они мне пригодятся теперь, не зря их оставил. Ты же в курсе о этих вставках, то, что ты можешь за кадром записывать голос, там, к примеру, комментировать какой-то момент? Спасибо большое, что меня сейчас только что рэпер учил монтажу видео, спасибо. Не монтажу видео, а монтажу звука. Спасибо большое. И почему рэпер, блядь? Я просто музыкант. Кто ты вообще по жизни? Я пишу не только рэп, чувак. Я пишу все говно, я берусь за то, что мне нравится. Я типа панчами не занимаюсь. Не знаю, что. Хотя, может, блядь, было бы классно заниматься панчами. Я ничего не слышал, ничего не знаю, все, Тони. Я тебя в попу трахну. Ты это слышал? Окей. Да подожди, это. Смотрите, смотрите, кто у нас согласился на такое. Да я уже мне пофиг. Ну все, я еду в Украину, братан. Мне въезд еще не закрыли, так что не переживай. А Криду закрыли, запретили сюда въезжать, кстати. Вау, блядь, какая новость. Да, он особо... Ну, потому что, скорее всего, у вас гомофобов много, и поэтому, как бы, геев не пускают. А ты видел, Зеленский сказал, типа, отстаньте от ЛГБТ. Типа, чуваки, отстаньте от народа. Каждый выбирает свою расу, свой язык, свою религию, там, что там, свою это ориентацию. Кому сказали? Зеленскому? Спросили, как он относится, и он ответил так. Там уже паковали вещи, там уже собирались из Польши ехать, из Польши сюда, ты представляешь? Там девка неплохо. Из Польши писала. Слушай, ну это шутка. Хорошо. Вот. Не, у вас президент как бы охуительный. Получается, подожди, это уже вопрос к тебе. Выходит положение, точнее, Зеленский, мнение Зеленского выходит таково, что он типа не против геев, да? Но главное, что он не гей.
Типа того, да? Я как бы тоже не против, ну хрен с ними. В Европе Не, там ну я вообще спрашиваю, у большинство него такое. выходит такое мнение, потому что, ну я ж не слежу за Зеленским, там, за Так всеми я этими тоже, я делами. это в Инстаграме сегодня увидел случайно. Ну, я у тебя Но спрашиваю. выходит, да? Вау, тогда у вас зачетный предик. Спасибо. Качественный. Ладно, окей, продолжай. Вот. В Европе вообще это как бы норма, и на это уже там никто не обращает внимания. Это у нас быдло Это движет Европа, блядь, знаешь, чтобы с России съебаться в Европу, это нужно, ну, знаешь, нам работать как минимум полжизни своей до 40 лет. А потом уже какой-нибудь домик там купить. Вообще, я знаю то, что есть дешевые дома в Европе. То есть за 1 миллион рублей можно купить где-то, я не знаю, я не помню, как страна называется. Но, короче, можно купить, ебать, дом как в фильме. Как в Слышишь? фильме. Мне Огроменный только такой. что дали подсказку. Железный меч может наносить больше урона, чем кулак. Вау, ну это, по-моему, все Я не считают, что понял, к ты чему дебил, он блин. мне... Я не понял, к чему он это написал. Я хожу с этим мечом уже полдня. К чему Вы на это? что-то намекаете, да? Да, это к чему сейчас было? Видео, как бы, для меня лично, ну, для кого как, если кому-то нравится, пусть смотрит. Чувак! Для меня он пустая шишка, да. Чувак! Алмаз! А, бля, алмазы, я уже думал, там хуйня какая-то. Я думал, ты там данж нашел, блядь. Алмазы свои, блядь. Да засунь их Чувак. всех в задницу, нахуй они твои алмазы, блядь, сдали с пистолет. Воу. Четвертая серия у нас алмазы. Чпоник. Самое интересное будет, как я отсюда буду выбираться. Это будет интересно. Ни хрена себе тут. Чувак, я мне кажется, за сегодня отсюда не выйду, я тут останусь. Ну оставайся, нахуй ты мне тут на поверхности нужен. А, нет, Живи еще. я уже замкнутый круг. Но я еще, да, ну, каньон в другую сторону не прошел. Страдания. Welcome to the Russia. Что, ты построил? А, нет. Почему ты это сказал? Это просто фраза классная. Отстань от меня. Будет очень угарно, если я сейчас упаду в лаву. С алмазами. Да, мы посмеемся. Я сейчас буду уже выбираться, потому что все, я замкнутый круг, но... Там еще есть, в принципе, места, которые я не исследовал, но это все уже потом, потому что я уже не хочу. Поймите, какой Окей, странный. я убил А, нет, я Эндермана, понял. и мне дали блок травы. Кокаин или амфетамин? Сейчас я оценю твой дом. О, а ты в этой дырке собираешься стекла сделать? Да, в одной из них. Ну давай ту, которая выходит на город. Или ту, которая выходит на поле. Надо ту, которая выходит на город. На город? Ну хер там. А на первом этаже тоже будет стекло? На первом этаже захерачишь тоже вот в этом отеле да, стекло? Да, да, да. Надо вот этот сундук принести в наш теперь настоящий дом, который у нас тут. Ладно. А, ты имеешь в виду из шахты, что ли? Нет, не из шахты, которая у нас в игле. Ну логично, что, блядь, в игре. В игле, говорю. А, игла. В игле, блин. Еще логично, тебе было бы немного подтянуть свой речевой аппарат. Ну, в смысле, игла. Ну, ты такой игле, я такой чувствую, знаешь, типа. Игла. Моя игла, моя игла. Она мне принадлежит я таким ее же, купил, как и я купил ее вчера. Моя игла, моя Блин, откуда игла. Вот ты это знаешь? Она мне. Я купил ее. Откуда ты это знаешь? Скажи мне. Я не помню, я был пиздюком, и мы слушали такую музыку, типа. Гангстер. Типа, мой Запорожец вчера въебался там тете Люду. Типа там тетя Люда сломала мой Запорожец. Когда я в нее врезался, типа из этой темы. Мы слушали где-то дохуя такой песен. Бля, я сейчас приду домой, я знаю, что я с тобой буду делать. Я тоже знаю, что я с тобой буду в этой жизни делать. Кто хочет к нам присоединиться в летсплей, то нет. Нет, сделано или нет. Нет, не присоединитесь в том смысле. Надо еще сделать. Надо еще те печки сделать, помнишь, которые мы делали, чтобы быстрее плавилось все? Угу. Это мы их не делали, мы их спиздили. Начнем с этого. А что, кстати, урон не получаешь от снежков? Да потому что давно уже не получает урон со снежков. Почему? Это было охуенно. Да. Дракон, по-моему, получает, но я не уверен. Да, дракон получает, поэтому, как бы, наверное, их и забили. Но вот житель, поэтому... когда получает урон, он злится. Поэтому снежки берут на дракона. Я просто, понимаешь,
еще в далеком 2017 у нас с моим лучшим другом были планы. Далекий, блядь, 2007, нихуя себе ну, далекий. короче, ну слушай, в общем-то, суть в том, что я тогда был в Донецке, жил, и в итоге я переехал сейчас, и там у меня был лучший друг, с которым мы строили планы, там, вот это вот все байду. И там еще было два моих одноклассника, у нас уже была команда даже, понимаешь, Happy Channel, то есть мы все это были команда, один канал Happy Channel. Ну, в общем-то, все уже готово, так, все, ребята, вы покупаете PlayStation, и я комп покупаю, чтобы мы могли на обоих платформах, типа, снимать. Все, да, окей, типа. Команду, блядь, собрал, нихуя ты организатор. Чуваки, ну все, мы договорились. А ну, сколько так... людей было? Скажи, ну, сколько людей 3-4. Было? 3-4. 4, считай, да. Меня. Маловато как-то, ну да ладно. Да ладно. Хотя тебе... даже, в принципе, нормально. Так вот. В итоге это все ну, не срослось как-то, потому что ну все посливались, типа, да не, я лучше себе то куплю, не хочу, а PlayStation, там, типа, не буду я компьютер покупать, не буду я игры покупать, а ну нафиг игры покупать. И, короче, ну, из-за еврейских корней, короче, ничего и не срослось. Окей, ну. Я просто представляю, что было бы, если бы вот этот друг мой, мы обсуждали, кстати, на видео Межанский, купил бы себе PlayStation, но это была бы жопа. Потому что он Почему? Уходит спать в 9. А-а-а. Угу, а мы сейчас идем в 5 утра, мы записываем летсплей, в принципе, нормально, я до конца недели. В счете того, что мы видимся 3 раза в неделю, это нормально. Сделал факелов, кстати, чтобы дом осветить. И мне кажется, а у меня это, что... 32 штуки. А, да? Это хорошо. Нет. А ты нашел стекло? Ты нашел стекло? А, стекло, блядь, нашел, конечно. Побродил, блядь, по миру Майнкрафта, нашел стекло, валялось такое. Так, слушай, если ты будешь здесь выделываться, то я тебя пошлю. Ушли. А я тебя пошлю. Хо-хо-хо. Иди сюда. За углем. Макс преображается на глазах. Че ты тут плавишь? 63 штуки! 2 стака песка? Ты где его нашел? Да там я неподалеку нашел озеро. Ну вот, оно все замерзшее было, но я взял вокруг него песок, ты вскопал. Ну, я вот ненавижу, и в итоге там сейчас уродливое озеро, да? Ну, оно далеко, поэтому как бы насрать. А Никита в первый же день игры сделал нам... Это игральный автомат, чтобы пластинки играл за 2 алмаза. Честно говоря, я бы сейчас впиздил у тебя этот алмаз и ебанул бы чаровалку. Да нахер нам сейчас зачаровалка? Ну хочешь, возьми, но я бы лучше... Блядь, чувак, кирка, алмазная кирка на удачу 3, блядь. Идешь, добываешь одну руду у этого, одну ну? залежу угля, как бы вскапываешь, и пиздец, и 64, ну, так, блядь. Алмазная это... кирка. Где ты сейчас возьмешь, потратишь 2 алмаза, и где ты еще алмазы возьмешь? Как по мне, лучше накопить еще один, у тебя будет алмазная кирка, потом найти еще 2. Лучше. Ну, потому что так у тебя чаровалка будет просто так стоять. А кирку ты хоть можешь использовать. Поэтому хуй знает, чаровалку, знаешь, типа, можно зачаровать свои вещи, там, лопату, обычную кирку, там еще какие-то вещи. Это полезная штука. Не спорь со мной, сука. Ну, тут будет мое место. А на втором этаже что у нас будет? Не знаю. Уютный уголок. Можно чаровалку на фоне окна вот тут поставить? Хотя нет. Нет. Да, потому что будет окно закрывать тогда. Я пока что хавку еще переплавлю. О, стекло, тепло. Дома тепло. Еще бы ковер постелить, комфорт. Ага, только он на втором этаже нету сзади стены. Да. Ну смотри, тут еще дохера работы. Ну да. Я бы еще перед входом тут лесенки красиво поставил. Дом снаружи надо украсить. Ну да, конечно, снаружи он как головастик выглядит. Ну ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Меня зовут Санчес, а это Макс. И у нас Макс построил да. за бабахло такой вот супер крутой домик. Всем ну, как спасибо. Крутой? Похоже больше на кусочек говна такое. На миньона похож. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Скажи пока. Пока.